Привет, мои любимые, мои дорогие, мои самые лучшие. Я знаю, что вы соскучились. Готовьте блокноты и ручки, потому что сейчас я вам дам все рекомендации по правильному питанию, по похудению, по поддержанию фигуры и всего остального. Поэтому готовьте ручки. Готовьте блокноты, и сейчас будет все очень интересно. Ханты-Мансийск, привет. Что с губами? А что, плохо? Сейчас же ко мне придут в гости в студию, поэтому я уже накрасилась. Мне нравится, что вы меня уважаете как-то. Мне кажется, я выгляжу шикарно. Вот, смотрите. Я оделась, приоделась. Нет, еще сейчас, правда, это. Одену красивые туфельки. Все отлично. И вообще будет шикарно. Все прекрасно. Сама голову помыла. Как вам? Годится? Цвет губ огонь. Мне реально понравилось. Думала, что красиво. Мне нравится, когда вы про меня что-то говорите, что не очень. Сама крашусь, сама мою голову. Ну, это же просто не девушка, а мечта, что называется. А, как ты про мытье волос ругалась? 4000. Да это же просто жесть. Это вообще 4 косаря за мытье головы. Мне кажется, им помыть мою голову должно быть за радость. Как вы считаете? Красивая голова так. Вот. Весношечка, привет. Всем привет, всех люблю. Кто с нами летит в Тай, пишите, я вам дала ссылку, вот, и все будет шикарно. Обалденно красивое. Ну все, раз вы мне сказали, все шикарно. Что про похудение, про правильное питание? Сейчас я хочу подключить одного человека, но, правда, его что-то нет в эфире, и я хотела, чтобы он вам все рассказал, и чтобы вы все записали. Ты сейчас где? Я в студии. Сейчас ко мне в гости придет Константин Иванов. Потом в гости придет Никита Джигурда. Поэтому все. Вот так вот. Наверное, сейчас туфельки уже одену красивые, чтобы было. И вот такой у меня топик. Видите? О, иди к нам, родной мой. Игорь, иди к нам. Иди нам все рассказать.